еще 4 собаки. Тихо, тихо. Какой номер? Какой номер? Какой номер? Четвертый. Соня, уши. Нет, еще, сейчас, секунду. Давай, группа, проходим, пожалуйста, в ринг. Судья Флёра Чайковская. Вторая группа. Ну, все, три собаки? Угу. Да. Ничего себе. Готовится третья группа. Третья группа готовится. Вторая, бегом в ринг. Секундочку, еще бежит бульдог. Очень бежит. Девять с солью номер. Мой 36. Черный. Да. Точно. Я так и отправляю черный. Сейчас я найду тоже. Я сейчас тоже перепроверю, скажу. Потому что баллы 40, 40 были. Да? Ну, да. 36. Почему не приветствуют судьи и участников? Thank you.
человек. Эдлинтон. Да. Девочки, вы должны подойти и сказать номера. Хватит улыбаться, девочки, номера. Нет, вам просьба будет. Вот за счет фотографии вот с этим формом. Вот то, что вы продадите, фотки. Можно будет мне послать? А где-то рядом. Где, когда они будут? Так, ты мне позвонить можешь? Могу. Не морочься. Ладно, позвонишь? Спасибо, друг. А ты прямо врач, у меня там гринки. Я все сделаю. Собаки, видите, сильный удар. Шестая группа, судья в ринге, Татьяна Расчехмарова. Восьмая Нексон. Так, ставь, собачку поставили? Коваленко где? Алина, где мой? Поезд восьмой группы, пожалуйста, в ринг. Судья в ринге Коваленко Марина Гордеевна. Десятая группа. Поставили собак. Лабрадора поставьте, пожалуйста. Отлично. Угу. Спасибо. Десятая группа, Елена Клюкова, судья. Пожалуйста, участники десятой группы заходим в ринг. Пусть прям приостановят там, отсудят, в деревне.
что-то от свадьбы. Этот завод. А потом я у тебя потырю потом, ладно? Я прошу. Спасибо, друг. Пятая группа, бест пятой группы. Пожалуйста, заходим, судья в ринге Флёра Чайковская. Так, давайте по размеру, каски, пожалуйста, в начало. Ну, что-то не кусаешь, ну какая-то малюсенькая. Я вас сегодня поздравляю, большое спасибо за участие. Вы у нас помиранец или помиранец? Малый вон стоит, тоже мой, но черный. Нет, ну я же не знаю. Помиранец. Все, не надо, что вы уже нашли. Не сообразила. Четвертой группы. Все выходят как положено, таксы как всегда. Сейчас подъем. Больше оставайтесь, давайте. Четвертой группы. Пока постойте секунду. Судья в ринге Наталья Никольская. Продолжаем аплодисменты. Саня, не скачи. Ай, хорошо. Ай, хорошо. Саня? Ай, блин, ты что такой? Ай, молодец. Ай, молодец. Давай, давай, давай. Не хочет. Второй, первый. Спасибо. Спасибо.
стандартный. Гладкий. Да. Гладкий. 77. Вот то, что гладкий. Стандарт длинный 79. Так кто там дальше? 072. Миниатюра длинноширная. Девятая группа! Наталья Александровна, ваша? А, да? Наталья Никольская, девятая группа. Бэбики! Прошу, вы не нагибайте. Бэбики! Так, пожалуйста, Best Baby, судья в ринге Флёра Чайковская. Бэбики. Господи, ты сейчас Вику сломаешь. Да. Пошли. Так, девочки. Угу, спасибо. Давай.
Елена Крюко. Приветствуем участников и судью. Пожалуйста, щенки в ринг. Готовятся ветераны. Ветераны есть? Ветераны есть? Ветераны еще есть? Выходит, кто есть? Thank you.
Вест юниоров, судья в ринге Флёра Чайковская. Приветствуем участников и судьёв. Не добрали эту расчётку, я потеряла, никто не обманул. Дайте розетки. Сейчас принесут. Вот, вот уже дождик опять. Номер.
приготовьте ладошки. Сейчас встречаем судью, а потом встречаем победителей. Судья заключительного беста Елена Клюкова. И встречаем победителей первой группы. Ещё не победа. Победитель второй группы. Заверна. Жидите как-то. Давайте поддерживаем. Третья группа. Быстрее.
место с меня приглашают забавы победителя 8-й группы английский покер-спаниель. Не расходимся. Стоим, ждем. Нет. И победителем вестерн шоу первого дня становится собака породы Афган. Стойте, Света. Вы как думали? А кто что придумал? Главное, всех вместе с ним. Спасибо. А ты знаешь, это не главное.